Все? Я включила. Добрый вечер. Зовут меня Владимир Купельников. Я так или иначе курирую направление уфологии и систему оперативного отслеживания УФСИ. Я сегодня хочу рассказать об одной истории, которая началась летом текущего года. Совершенно случайно я зашел на сайт Уфакома. Зашел я туда иногда для администратора сайта Ильи Бутри отдела иллюстрации. Решил посмотреть статью, в которой там он должен был опубликовать мои рисунки. И натолкнулся на тему с названием «Контактерство». Ну, собственно говоря, с контактерами достаточно долго уже общался, и ничего хорошего как бы из этого общения не было, и не планировал как бы ничего хорошего там прочитать интересного. И тут как бы нашел все равно интересные отличия от предыдущих случаев, с которыми я раньше не приходился иметь дело. Собственно, чем было это примечательно, особенность этого случая? Тем, что молодая женщина описывала случаи контакта с неким существом, которого она называла Кирхитон, вот, который как бы называл себя в общении, во время общения с ней пришельцем с планеты Дарал. Вот. Все это как бы несущественно, тем более, что вот такой информации навал в интернете. Но самое примечательное было то, что контакты он ей назначал в реальном времени, в реальном мире. То есть она на тот момент проживала в селе Пески Воронежской области. И она вечерами, он назначал ей встречу в лесу, она ходила на эти встречи, и как бы они вступали контакты, но, значит, вот я хотел зачитать первоисточник, как она описывает, вот, собственно говоря, сам процесс. А вот можно такой чуть-чуть погромче, на камеру будет интересно слышать. Ну, может, мне ближе подойти лучше? Ну, лучше погромче просто говорите чуть-чуть. Я не знаю, я и так охрипнусь, боюсь. Тут машина еще шумит. Да, там говорят. Заслонить. Во время, зачитываю первоисточник. Во время физического контакта сначала появлялась белая звезда. Она могла появиться с любой стороны света или прямо над головой. Звезда очень быстро увеличивалась и, достигнув размера примерно как Венера, перед заходом Солнца тухла. На ее месте появлялся блюдце темного цвета без единого огонька. Оно зависало метрах в четырех надо мной, и оттуда мгновенно показывалась лестница с ручками. Я забирался по ней внутрь, там было светло, и Кирхитон ждал меня. Дверь у блюдца была в полу, и когда я отходила от нее, она исчезала. Потом Кирхитон отвозил меня на какую-то планету, рассказывал о ней и привозил обратно. Я выходил из блюдца по лестнице, она сразу же исчезала, блюдце очень быстро улетало, я слышал свист и чувствовал порыв ветра. Потом я шла домой. Ну, собственно говоря, она описывала контакты, которые происходили с ней вот в этом населенном пункте Пески, селе Пески. Но за эти 7 лет, последние контакты были 7 лет тому назад, и она вышла замуж и переехала в соседний небольшой город Поворино. Вот. Собственно говоря, меня именно привлекло то, что раз пришелец появляется на тарелочке, сам прилетает, значит, мы можем попробовать его снять каким-то образом. Вот. Тем более, что у нас уже были какие-то предыдущие выезды с Владимиром Емельяновым, который... собственно, руками сделал очень хороший комплекс, видеокомплекс. Это я сейчас включу.
Вот, собственно, Владимир Емельянов со своей установкой. Вот. Значит, это спаренный такой видеокомплекс. Вот внизу это, значит, очень хорошие камеры, снимающие в обычном режиме. Вверху установлена камера, которая снимает в ВК-диапазоне. И к обоим камерам, да, причем и камера с ВК-диапазоном, она используется как видоискатель. Потому что, собственно, основной камеры очень большое увеличение, близко к телескопу. И, соответственно, к такому мощному, ну, как бы, прибору всегда нужен какой-то искатель. Он его сделал в виде монитора. Еще, то есть на камере, на инфракрасной камере установлен вот такие искатели. Значит, здесь вот слева монитор. Два монитора установлены, смонтированы. Он сам их приобрел, сам смонтировал. Слева, значит, камера с большим увеличением в цвете. Вот. А вот справа это камера в инфракрасном диапазоне снимающая. И, соответственно, у нее вот здесь вот перекрестие, визир такой, он наводит обычно на объект его. И, соответственно, на уже здесь в большом разрешении можно этот объект увидеть. Вот. Вот это вот цветное пятно, пусть вас не смущает, это отражение головы Владимира. Ну, собственно говоря, вот такая была задумка. Поехать, так сказать, туда, если контакты она способна возобновить. Вот. Это был не факт. Я позвонил ей. Вот, мы с ней пообщались. Она говорит, нужно попробовать. Я чувствую в себе, то есть способность... к ментальному контакту, то есть какая-то связь все-таки между ними оставалась. То есть потом уже это выяснилось, что по ее утверждению у нее установлен имплант, вот, через который происходит, собственно, ментальный контакт с этим существом. И, но, как я уже повторяю, 7 лет никаких контактов не было. Вот, то есть по моей просьбе она попросила его, ну, попробовать на контакт с ним, и попросила его, так сказать, назначить ей встречу уже на новом, по новому месту жительства. Ну, как бы с этим были проблемы небольшие, он ей назначил встречу все равно в Песках, а ехать туда достаточно далеко, но для нас это значение не имело, потому что, собственно, даже от Воронежа это очень далеко, я посмотрел по карте, ехать было достаточно далеко, то есть это 250 километров еще от Воронежа ехать восточнее, юго-восточнее. Вот. Ну, тем не менее, мы были готовы поехать. Она говорит, как я поеду из Поворино, это где-то 500 рублей стоит такси, на такси и, соответственно, 500 назад. Я говорю, я тебе переведу деньги, в конце концов, ради такого дела можно. Она должна была туда приехать. Она прислала карту. Значит, да, я забежал немножко вперед. То есть она все-таки, ей удалось выйти на связь с этим существом. И он назначил ей встречу. Вот. Собственно говоря, вот этот вот заставочка, это и есть место контакта, которым ей назначил. Вот. Так, это я забежал вперед, это Поворино. Сначала место контакта было в Песках. Вот. Но, тем не менее, она все-таки убедила его, то, что ей все-таки далеко и дорого есть, он ей назначил вот новое место. То есть она мне прислала вот такой скриншот, я вас жду, приезжайте. Мы, в общем-то, с Володей уже зарядили. Я, как говорится, готов был выехать. Это было день-два буквально. Вот. И тут она, значит, сообщает такую информацию, уже дает, что, к сожалению, Кирхитон, видимо, через вот этот встроенный имплант получает информацию, и, соответственно, он перенес место встречи. Вот, перенес место встречи. Вот. Сейчас я включу ее рисунки. Вот так она нарисовала этого кирхитона. Ну, вот такое существо.
И самые любопытные в этой истории, то, что сейчас существует реконструкция, тоже в Воронежской области в свое время мальчики наблюдали вот такие существа, играли в футбол, высадились существа там на тарелочке, это был еще конец, по-моему, советских времен, вот, и наблюдали вот похожие очень по внешнему виду, вот, вышли вот такие вот гуманоиды. Вот. Вопрос сразу, она так... не могла об этом знать? Это же история нашумевшая. Я готов допустить все-таки, что она очень умная оказалась девушка, очень такая начитанная, и то есть она пришла на наш форум, ее пытались там задавать и неловкие вопросы. А можно ее рисунок еще раз посмотреть? Да, конечно. Она прислала несколько рисунков. Изначально она не знала об этом. Ну да, это, собственно, она не знала, это уже потом все-таки информация. Вот люди начали копать, что да как, да вот как раз третий глаз вот она нарисовала здесь у него. И вот то, что голова в плечи переходит, это как раз вот очень похоже на то, что вот как бы... Просто ей потом предъявили эти фотографии, да. И она уже сказала, что да, это вот те же самые люди. Вот, собственно говоря, еще одна реконструкция тоже из Воронежа этих существ. И тоже по описаниям этих мальчиков, собственно говоря, были. Это, по-моему, даже рисунки этих мальчиков, которые вот видели. Вот два белых глаза в середине красного. Да. Вот. И, собственно говоря, все бы ничего. Но она объяснила так, то есть нужно ей выходить на физические контакты, вот, иначе, значит, если вдруг контактеры, а контактеров на самом деле много, ну, по крайней мере, ей она назвала несколько городов, где такие контактеры присутствуют, вот, то, соответственно, да, сейчас я уже заодно покажу, это вот она прислала еще схему летающей тарелки, вот, с описаниями, где, что и как подробно. Вот. Далее она... Покажите еще раз, мне ничего не видно. Сейчас. Это устройство двигателя с описаниями, вот, где, что, гравитационный двигатель. Ну, я не знаю, насколько я не специалист. Увеличить. Работает на гравитонах. В этой цивилизации. Вот тарелка. Еще раз. Нет, наверху там величинка есть. Ага, вот это? Ну да, вот у него вот можно увеличить. Вот здесь немного. Еще раз включить. Чуть поменьше. Так вот ее. Просто нажимайте левую клавишу. Смотрите, здесь вход, коридоры, рубка, двигатели, машины, техноотделение, опоры. То есть вроде как все, ну, для деревенской девушки, она, в общем, деревенская девушка, она вышла замуж. Просто и городок этот небольшой. Ну, в общем, как бы сведения, конечно, удивительные, с моей точки зрения. Вот, вот она описывает тоже какое-то устройство двигателя. Вот, все это расписывает. Вот, то есть тут труба для гелия, то есть какие-то энергетические какая-то установка для водорода, то есть плазменные поля. Ну, то есть, возможно, для какого-то специалиста это что-то может сказать, но я не знаю. Вот. Это вот он записал записку сам своей рукой. Вот. Читается хорошо. Здравствуйте. Поднимите лицо к звездам. Мы помним о вас. Вы не одни. Очень романтично. Вот. Ну, собственно говоря, что он делал в Киркитоне? Он ее возил за то, что вот она вступает в контакт. Он, значит, с ним посещал различные планеты. Вот. Вот примерно так она описывает аппарат внутри.
Она зависла надо мной метрах в четырех, и оттуда мгновенно спустилась лестница с перилами с обоих сторон. Я забралась в ней внутрь, по ней внутрь. Там было светло, но ламп не было, люк был в полу небольшой полукруглой комнаты. Меня никто не встречал, я пошла прямо по коридору в комнату для пилотов. Кирхитон был там, я села на стул у стены, а он повернулся к пульту и сказал, что мы летим на планету Эслер. Потом начался невесомость, я сидела, удерживая себя на месте, держась за ручки по бокам стула. В этот момент я и сказал Кирхитону про энергию. Потом невесомость кончилась, и Кирхитон пошел к выходу, а я за ним. Люк в полу был закрыт. Мы спустились вниз, и первое, что я увидела, что снаружи день, солнце, небо выглядели совершенно по-земному. Странных запахов не ощущалось, и я стал оглядываться по сторонам. Тарелка стояла на краю странного леса, где деревья были в виде белых стволов с зеленой верхушкой, листьев на них не было. Впереди метрах 100 я увидел несколько больших и белых куполов, и мы пошли к ним. Кирхитон вошел в один из них, через открытую дверь я вошла за ним. Ну, то есть идут описания очень подробные, что она там видела. Меня, собственно говоря, эти подробности интересовали потому что у меня была другая задача. Я попытался все-таки понять, она просила ей помочь разобраться в самом факте. То есть она почему-то все равно говорила, я не знаю, вы помогите мне разобраться. Это происходит на самом деле или же все-таки это какая-то форма, я не знаю, болезни там или чего-то такого, что я не понимаю. То есть для контактера это тоже не свойственно, потому что контактеры, как правило, все знают и все свои послания передают в виде каких-то откровений, истины как бы в последней инстанции. А здесь есть постоянное сомнение в том, что это с ней происходит. Вот. Он сменил место контакта и, значит, примерно такую информацию дал. Вот он, так сказать, он попросил ее передать это мне. Вот он примерно следующее. Владимир, я вас понимаю. Я понимаю вас как исследователь. Вы хотите изучить инопланетные формы жизни, но и вы поймите меня как исследователь с другой планеты. У нас есть правила контакта с землянами, и они не предусматривают разовые контакты с ними с целью убедиться в моем существовании. Наше правительство может очень легко узнать, кто был в моем корабле, и если это будет не контактер, ко мне возникнут вполне понятные вопросы. Она подписала. Я записала как можно точнее. Дело в том, что я предложил ему встретиться и посетить его корабль и все такое. Вот он такой ответ дал. Тем не менее. Володь, что он имел в виду не контактер? А? Да, вот что это. Что это за фраза не контактер? Что в это складывает? Дело в том, что у меня нет импланта. У нее установлен имплант, то есть существо, у которого нет импланта, попасть на корабль не может. Не только, у них есть свод правил определенные. Да, есть определенные правила, свод правил, кто закон может заходить на корабль, кто нет. А поподробнее-то, что значит? Вот. Импланты-то, я так понимаю, ей ставят, импланты. Она же с ними не родилась, значит, они же ей поставили. Она общается ментально. Нет, но импланты они ей поставили, значит, они вам могут поставить или нет, в чем проблема-то? Да, сейчас вот я пригласил Максима. Он тоже с ней общался. И я не общаюсь, я общаюсь с ней сейчас, в реальном времени, то есть практически ежедневно. Я имею в виду, она предложила ему стать контактером. А почему вам не предложили, я хочу понять? Дело в том, что я не хочу быть контактером. Я не хочу, чтобы мне поставили имплант. Начнем с этого. То есть вы хотите просто так на корабле, без билета покататься? Да, с ним просто. Вот в итоге, вот он человек отбрил меня. Не человек, точнее. Вот. Значит, что еще здесь было интересно? Вот смотрите, она прислала видео ментального контакта. Собственно говоря, сейчас я включу его и буду комментировать. Вот. Что такое ментальный контакт? Это, собственно говоря, необходимая такая для контактера вещь.
Это можно снимать и выложить? Если он согласился стать контактером... Это она сама себе снимает. Ну, это можно выложить? Она сама себя. Ну, а почему нельзя? Она прислала это всем. Не, выложить, я думаю, что нельзя. Это есть у всех практически, даже на фото. То есть она просила разобраться, что это такое. Но я сначала подумал, что это игра на камеру. Вот для меня это было примерно так. Вот. Но наши вот врачи посмотрели, то есть вот здесь присутствует Татьяна. Вот. Татьяна Федорова и Юлия Шепелева. Татьяна Федорова написала так. Приступ больше похож на истерический. Возможно, женщина страдает эпилепсией. У них могут быть оба вида приступов. Юлия Шепелева написала так. На самом деле, типичная клоника тонические судороги. Не сказать, что похоже на игру. То есть, на самом деле, наши врачи высказались в пользу того, что это не постановочное видео. Что это на самом деле возможно. Вот настоящие какие-то вот с ней происходят вещи, ну вот, то есть она там испытывает определенные по описаниям вещи, ну то есть она. Володя, я тебя перебью. Да. Значит, псевдоэпилептический приступ – это не эпилептический приступ, это истерический приступ. Да, ну я прочитал истерический. Да. Поэтому. Вот. Но же возникает спонтанно, правильно? Проблема не в этом. Главное, я сейчас опишу то, что она описывает. То есть она в данном случае испытывает определенные муки. То есть это не проходит бесследно. Да, то есть она, так сказать, мы слова не будем всякие произносить. Вот, я пока его включу, в общем-то, все понятно здесь, да? Я надеюсь, я не знаю этого. Если человек, если контактер выходит на физический контакт, то, соответственно, никаких проблем там вот такого рода не возникает. Такие вот ментальные контакты возникают именно, вот, именно с такими последствиями. Именно то есть, когда там, она хочет. Да, запрокидывается голова у человека, он пребывает в таком очень, как судороги по телу идут. То есть он себя перестает контролировать вообще полностью. Вот. И это идет как наказание за то, что человек не вышел на физический контакт. Вот. То есть... Контактер обязан приходить именно на место контакта и путешествовать там, ему показывают планеты. Ну, может быть, это сейчас, не наказание, сейчас, может быть, это просто... Наказание за то, что не вышел ты на контакт. Ну, это, конечно, не наказание, но все форма. Понятно, такая. Я Валерий Перевью, это было уже. Сейчас, как бы, она может отказаться от этого ментального контакта. Да. И, то есть, и ее право, как бы, она взяла себе право, и контакт, когда захочет, тогда это идет. Ну, скажем так, раньше было для контактера, причем... Кирхитон оставляет за собой право вступать в контакт в удобное для себя время. А, так сказать, человек в это время может быть где угодно, и вот с ним его начнут колотить вот такие судороги, и если, предположим, он за рулем, то, соответственно, авария обеспечена. Да? Да. Вот. Ну, вот я хотел бы, чтобы сейчас немножко рассказал об этом вот Максим. Вот, ну, как давай. Раз. Значит, получилось так тоже, что вот я на Уфакоме познакомился с этой женщиной, получается. Ну, случай меня очень заинтересовал. Соответственно, мы с ней стали общаться. С Владимиром не стали общаться. То есть общался Владимир, я и еще один, значит, уфолог, он живет в Германии, Вадим его зовут, он врач. Значит, его тоже этот случай заинтересовал. То есть вот мы втроем как бы занимались Ириной. Начиная, это получается, с июля 2018 года. Значит, так случай был мне интересен, да, я как бы, ну, предложил ей свою, ну, так скажем, помощь в том, чтобы я стал контактером, да, потому что, ну, интересно было, что это за существо, откуда оно, значит, действительно это правда или неправда, то есть помочь ей разобраться, значит, в ее случае, потому что она... Владимир, не знаю, сказала нет. Первые контакты у нее произошли в 99 году. Ей было тогда 13 лет. То есть с 13 лет она занималась, ну, входила на контакт. Это порядка, получается, до 2012 года. То есть порядка 13 лет она, ну,
ежедневно, ну не ежедневно, а где-то два раза в неделю она летала вот на всевозможные планеты. То есть, соответственно, у нее получилось сначала этот инопланетянин, он ей показал всю Солнечную систему, то есть на каждой планете они побывали, начиная от Меркурия, заканчивая Ураном, или что, последний, я уже был, значит, Плутон, да, заканчивая Плутоном. Соответственно, на каждой планете они побывали, она в этой теме, если вам интересно, можете на Уфаков зайти, и тему контактерства, прочитать эту тему, там все, как бы, очень подробно она описывает каждую планету. Действительно, мы проверяли там, ну, как выглядит там Солнце, пытались они узнать там с Плутона, то есть она описала, как оно выглядит, и действительно оно, как бы, так оно вроде как бы и выглядит, да, соответственно, было очень интересно. Ну, в связи с этими всеми вот рассказами ее, я, как бы, ну, попросил ее, чтобы она поговорила с Кирхетоном и, как бы, ну, записала меня в контактера. Соответственно, про имплант. Имплант ей был установлен на лунной базе, так как у рассказа, ну, по рассказу Кирхетона, лунная база находится, ну, на Луне, соответственно, там всем контактерам устанавливают имплантанты, это в виде волоса биологического, устанавливается он под ребро, где-то в районе ребра, соответственно, этот, ну, имплантант, по ее словам, это биологический имплантант, и отследить его никакими рентгенами, ничем его невозможно. То есть через этот имплантат происходит вот именно ментальный контакт, и он может видеть, соответственно, ее как бы глазами, тем, что она делает, как бы, в реальной жизни. Через это, ну, наблюдать за ней, так скажем. Значит, условия какие были, значит, изначально я ее попросил, так как я занимаюсь там строительством дома в Браминском районе, я попросил, у нас там есть поле такое, говорю, давай Кирхетону, пусть он прилетит на это поле, как бы, потому что там место глухое, и мне там удобно, я пешком дошел, сел на тарелку и полетел. Но он сказал, что вроде как бы им по определенному закону, да, им не разрешают заниматься контактерством в густонаселенных районах. Соответственно, там, где много воинских частей, соответственно, Московская область густонаселена, и как бы, ну, все варианты, как бы, контактерства в ней исключены. Но на вопрос, почему тогда вот проявляются всевозможные НЛО и прилетают, происходят контакты в Московской области, да, ну, где-то в густонаселенных районах там страны, не обязательно там в Московской области, там, в крупных городах, так скажем. Но он сказал, что это вроде есть такие инопланетяне, которые, значит, пренебрегают законом и летают, скажем, ну, их отслеживают и арестовывают, так скажем, потом. То есть наказывают определенным образом. А Воронежская область тоже не маленькая? А? Воронежская область тоже как бы не маленькая по населению? Ну, они в глухих местах, то есть там, где не густо населенные места. То есть... Но мы в Московской тоже можем... Нет, ну вот здесь много воинских частей, он сказал, что много, да, я тоже говорил, что давайте, есть же там поля какие-то, да, определенные. Противоракетная оборона. Да, то есть здесь очень, он сказал, что очень много воинских частей, густонаселенные. Здесь они очень четко. Ну, учитывая, что в Московской области проживает 10 миллионов человек, там минимум, да, то есть понятно, что она очень густонаселенная. Поэтому, ну вот, значит, было предложено мной, значит, это было в конце июля этого года. Значит, она сказала, что, значит, вопрос контактерства это не так просто, то есть есть такая планета, называется Бурхард, и там происходит заседание Межзвездного Союза, Совета, так скажем, такового, в который входит там, я не помню сколько, там на форуме написано, написала, там порядка 200 цивилизаций вроде как. И, значит, на этом совете выбирают контактеров именно вот по определенным критериям, но прежде чем выбрать его, значит, контактера, контактер должен посетить меня астрально. Я сказал, ну, пожалуйста, говорит, пусть он приходит ко мне астрально. Но самое, что интересное, он мне сказал, я, говорит, приду к нему астрально, но пусть он мне скажет свой адрес. Я думаю, как-то странно, думаю, ну, инопланетяне, да, они, ну, должны же вроде как бы знать там, ну, своими какими-то там радарами, да, где находится данный там человек. Соответственно, я назвал ему свой адрес с квартирой, там, ну, с домом, соответственно. Ну, прошло какое-то время, соответственно, Ирина сказала, что да, Кирхетон приходил ко мне во время моего сна, когда я спал, то есть астрально. Можно я добавлю? Это моя дочь. Ночью, короче, ночью я очень сильно в тот момент чувствовала очень сильно
чье-то присутствие, что же доступ мало. Вот. Это так, добавочка. Дочь. Значит, вот получается, он, соответственно, посмотрел на неастрально, и определенное условие было то, что контактер они выбирают, чтобы он совпадал. Вот Кирхитон, он как говорил, что он вроде как астрофизик по образованию инопланетянскому. То есть, соответственно, чтобы он совпадал именно вот по энергии с тем, ну, испытуемым, с исследователем, соответственно. То есть ему моя энергия как бы понравилась, то есть, соответственно, мы с ним совпадали. И на 15 августа они назначили, значит, заседание Межзвездного совета, где должны были меня представить, соответственно, вот именно как кандидатов в контактёры. Ну, значит, прошло 15 августа, соответственно, мы писали там, еще до 15 августа, там, соответственно, он мне назначил, то есть, если меня возьмут контактёры, назначено было место контакта предполагаемого. Это, значит, Мещера, соответственно, национальный парк Мещера Владимирской области, граница именно вот Московской области и Мещеры, там есть такая деревня Тасино, потому что он сказал, что в Тасино у него есть 16-летний контактер, мальчик. Вот недалеко от этого места, возможно, будут проходить контакты. То есть, соответственно, я согласился, потому что, ну, в принципе, не так долго, думаю, 200 километров проехать, ничего страшного. Соответственно, меня это устроило. 15 числа она написала, что был, значит, Межзвездный совет, соответственно, меня представили как контактера, но сказали, что, соответственно, так как у него сейчас на данный момент контактеров очень много, и мы не будем вроде как бы, ну, меня брать, поэтому пусть как бы кандидатура в дальнейшем останется, возможно, в будущем там это что-то изменится. Соответственно, в дальнейшем как-то мы пробовали, но с Ириной уже разговаривать, возможно, может быть, когда, если она там не будет контактером, заменить меня на нее. Ну, соответственно, она сказала, что, ну, опять же, через него все это, что это невозможно, потому что правила это не предусматривают, соответственно, такие действия. Значит, ну, в процессе, получается, вот по сегодняшний день, она, я не знаю, сколько там, порядка, наверное, месяца или полтора у нее были контакты, да? Значит, она посетила определенные там планеты, эти, она описывала, что-то есть описание этих планет вот в теме контактерства, там тоже можете зайти почитать, значит, где она там была, что посетила, что видела, соответственно, что-то есть у меня в личной переписке с ней, какие-то вещи, которые там она не говорила, не называла, соответственно. Что еще интересно? Вадим еще вот, который в Германии проживает, соответственно, уфолог, он просил ее поставить определенные опыты. Соответственно, первый опыт... Да, вот про звездоносный объект. Нет, я про первый опыт расскажу, значит, про первый опыт, это первый опыт был, соответственно, ну, вот, ну, она когда предоставила вот эти вот, ну, информацию, то, что она писала там, он писал там вот своей рукой, значит, я ей предложил следующее, пусть она возьмет маркер, передаст этот маркер ему, в котором он писал это послание нам, землянам. Да. И аккуратно этот маркер положит в мешочек, чтобы мы потом могли, возможно, значит, какие-то отпечатки пальцев хотя бы с него снять. Есть действительно ли там эти отпечатки. То есть она это все сделала, прислала все эти вот записки, все эти оригиналы, все их записки, они у Владимира хранятся, и маркер тоже самое. До сих пор этот как бы анализ пока еще не проведен, да, Владимир? Да, мы планируем провести дактилоскопию. С этого маркера снять. Что там будет, что там будет, неизвестно на нем. Такое, чего не соответствует зимним качествам. Да, но можно, конечно, было еще провести тест ДНК, но это дорогостоящая, ну, допустим, процедура. Соответствует какой вывод? Да, нет, я говорю, будет, к чему стремиться остальным. Если там ничего не будет, то выводы соответствующие. Да, то выводы. Значит, смотрите, значит, еще какая тут тема. Ну, дело в том, да, что да, после того, как она перестала, так сказать, давать информацию, куда она выходит, поскольку действительно вся информация сразу дошла до него. Вот. Она прислала Вадиму, по-моему, да? Она прислала вот это видео. Она сказала, что она успела на телефон снять вот эту вот звезду. То есть сначала появляется звездообразный объект, а уже потом появляется тарелка. И вот до этого момента она, так сказать, сняла некий звездообразный объект. Просто здесь, возможно, сейчас не видно, из-за того, что
ну, плохая разрешаемая способность, там, экран и так далее. Но звездочка там есть, мерцает. Не, на самом деле он не виден, в этот, это не видно почему-то на компьютере, на телефоне очень хорошо, ну, это видно. Говорю, то есть плохое качество. И, значит, соответственно, у каждого видео есть некие метаданные, то есть шлейф информации, который можно считать. И, вот соответственно, это самое... Вот здесь очень хорошо видно. Вот видите, это мигает. Удалось сделать. Потому что на компьютере я смотрел, там тоже не видно. Да, вот видите. То есть мы отследили вот по методанным видео, вот где оно было снято. Оно было снято. Да, но здесь по, вот именно на этом видео можно было отследить GPS-данные. Да, мерцает. Соответственно, даже если бы она снимала на обычный телефон. Нет. И мы, собственно говоря, вот получили эту точку. Нет, кстати, то, что снято на обычный телефон, это как раз таки очень большой плюс, потому что таких объектов, как бы, ну, светлых. Хорошо. Звездочку можно любую снять. Не в этом дело. Конечно, это ни о чем. Но мы сейчас говорим, мы пытаемся хвататься из салона. Вот. Она продолжала ходить до последнего там, но она же замужем. Я вообще удивляюсь, как ее близкие, ее близкие терпели вот эти выходки. Вот представьте, у кого-то жена по ночам где-то строго пол 11 выходит из дома и уходит в лес. Я с трудом. За 3 километра причем, да. То есть все это безнаказанно, там, ну, пожурили. Там все были в курсе, вся семья в курсе вот этих всех странностей. Вот. И я единственное, что еще добавлю, мы говорим о том, что мы, конечно, это принимаем как данность, то есть такие правила игры по умолчанию, что это на самом деле хоть чему-то соответствует, да, то есть вот эта вся информация. Но иначе, если это сразу все зачеркнуть, там, наверное, не было бы смысла проводить никакие расследования. Вот. Тем не менее, дело кончилось тем, что свекровь, и отняла у меня телефон и сказал, что больше никаких контактов. И в общем на сегодняшний день, да, на сегодняшний день эти контакты прекратились. Мы с ней созванивались и договорились, что если в дальнейшем и будет что-то подобное, да, то это возможно только при нашем личном присутствии. То есть мы к ней приезжаем туда, со всеми договариваемся и пытаемся это все каким-то образом регистрировать, каждый пошагово все ее вот эти вот действия, и посмотрим, к чему это, собственно, приведет. Еще про один эксперимент я расскажу. Проводили Вадим, он попросил ее изначально, чтобы доказать реальность контакта, значит, взять тюбик суперклея, соответственно, и впрыснуть его в шприц во время того, когда она будет в невесомости. Вадим думал, что когда суперклей будет в невесомости, вроде как, значит, он там застынет, да? Соответственно. Ну и каким-то образом она потом предоставит вот эти вот шприцы, вот эти вот вещи, шарики вот эти, застывшие там. Ну и как? Там получилось следующее. Она писала, потом пишет мне и говорит: Максим, ужас, что произошло, говорит, я взяла этот клей, говорит, а он, говорит, когда, говорит, мы взлетели, говорит, я, говорит, его выдавил, а он, говорит, по всей тарелке разлетелся и стал вонять, говорит. А Кирхитон, говорит, стал орать, говорит, что-то, говорит, делаешь, хотел всех там травануть нас этой ерундой, говорит. И пришлось ему, они летели на какую-то планету, пришлось ему ехать на лунную базу там и чистить весь воздух. И обратно он ее привез, и, в общем, злой был. В общем, вот такая вот провал получился. Вот такая вот история была в этом году. Можно сразу коммент небольшой? Да. Проводилось, ну, в космопоиске там еще много лет назад исследование большое именно по контактерам, которые рассказывают, что они вот на ментальном уровне контактируют и так далее. В общем, там, ну, это достаточно такая секретная папка с исследованием с этим. В общем, вывод неутешительный в том, что некоторые просто... Ну, у них проблемы с головой, психиатрические там какие-то, психологические. А некоторые действительно контактируют с кем-то, то есть кто-то с ними выходит на ментальный контакт, но это такие же земляне, которые вот там тренируются, там можно как угодно выяснить, кто это как бы недоказуемо. Но это именно, и там было целый ряд тестов, которые... которыми специально разработанные вопросы, которые задавали контактерам, чтобы они
передали тем, с кем они контактируют, на основании их ответов вычисляли там заковыристые такие были вопросы. По этим вопросам, во-первых, выяснилось, что никакой новой информации они никому никогда не сообщили. То есть, допустим, если они взяли для контакта там какую-нибудь цветочницу и начинают ей заливать какие-то физические формулы физики Земли, которые занимаются физикой в этом направлении, все это уже знают. То есть это для цветочницы новые данные, которые она первый раз слышит, никто из ее окружения этого не знает. Ну и также, например, если они берут там медика какого-то и начинают ему заливать там про цветочки какую-то информацию, ну или там про что угодно. То есть узкие специалисты на Земле, занимающиеся этой темой на этот уровень, вот там, ну, на этот день, знают эти данные. Да, они недоступны широкой общественности, но это не какие-то прорывные технологии, которые преподносятся, что контактеру сообщили нечто уникальное. На самом деле ничего уникального в этом нет, очень большие объемы были обработаны. И другой момент, который как бы Вадим Чернобров предостерегал людей, что, ну, он рассказывал, что и с ним пытались так выйти как бы на контакт. В общем, это все, говорит, стандартно делается. Говорит, кто-то, как бы там 99,9, что это землянин, лезет к вам в мозг с какой-то информацией. И да, вы можете чувствовать присутствие кого-то рядом там, или что у вас в мозгах копаются. Но, как правило, это будет там, не знаю, там спецслужба или там ваш сосед, который решил таким образом там потренировать себе сверхспособности какие-то условные. Вот, то есть, как бы, соглашаясь на все это, вы вот подумайте, что это могут быть вполне земные, как бы, люди с не вполне добрыми к вам намерениями. И, ну, просто, как бы, для справки, ну, что... Версий, на самом деле, очень много. Версий, да, много. Главное, как чтобы сказали, вот это не навредило, как бы, самим людям, которые занимаются исследованиями. В данном случае, если бы это был обычный традиционный контактер на ментальном уровне, да? Я бы даже и не взялся бы это все в эту кухню влезать. Ну, я понимаю, но ее физические много. Встречи, они тоже достаточно, они недоказуемы, так же, как и ментальная связь. Там, если честно, я сейчас только верхушку айсберга. Там проводилось очень много людей, участвовали. У нас же на форуме «Космопоиска» она тоже, тема у ней была. То есть люди предлагали самые различные способы. Это вот я вывел картинку «Анатомия доральцев», то есть что у них там внутри. Я понимаю, просто... Вот. Я сейчас доскажу. Ну, давай. Вот. То есть меня в этой истории заинтересовала возможность попробовать проверить имеющимися у нас средствами, а средства у нас имелись, правдоподобности вот этого контакта. Поскольку раз он происходит на физическом уровне, а до этого я еще ни одного контактера не встречал, который утверждал, что он ходит на физические контакты. Да очень просто. Вот. Скрытую видеокамеру. Все на самом деле не очень просто там было. Но факт то, что... Дело в том, что я говорю, там очень много людей на самом деле на этот случай было подключено. Много людей на Уфакоме, много людей на форуме «Космопоиска». Советы самые разнообразные были, как попробовать ей обмануть имплант и каким-то образом все-таки зафиксировать или керхетона там, или хотя бы тарелочку, или что-то еще. Дело в том, что она, в принципе, улетает, и можно было появиться именно на этом месте, если оставить какой-то маркер в виде, там, скажем, телефона старенького, да, где-нибудь в кустах сумку там положить еще до прилета. Она улетает, мы приезжаем на это место, по звуку телефона находим, так сказать, это место и уже, соответственно, регистрируем, фиксируем ее появление. То есть было очень понятно, что она ни на что не согласилась. Нет. И поскольку она ходит гулять одна, это недоказуемо. Нет, не в ней дело. Это все мы планируем делать даже вот какие-то вещи даже без ее участия. Потому что вот то, что вот эти по метаданным мы место нашли, да, ее откуда съемку вела, мы могли туда подъехать на это место. Но, к сожалению, у нас не осталось времени. То есть жирную точку на всем этом поставила свекровь. Она сказала, все, хватит.
Вот. Будет ли продолжение этой истории, неизвестно, но хотелось бы, Ирина может сказала, быть, что продолжить. Она в любой момент может вернуться. Да, но я просто, надо туда ехать. Невозможно. Я просто к тому, что когда человек сказал, что они запросили его адрес, это означает ну, именно конечно, ту тему, которую нет, рассказывал Вадим, что воздействие вам в мозг было возможно, из соседних... из соседней квартиры адрес на вам, потому что... ничего здесь не то есть, самое. Все, я, что угодно может быть, конечно. Я к тому, что как бы надо это учитывать и... Нет, мы учитывали все... Ну, например, мы учитывали такой вариант. Мы хотели сделать съемку этого же Киркетона, когда Максим там поехал бы на встречу в как раз в эту мещеру, да? И мы хотели именно там снять его корабль. То же самое. Мы поехали втроем. То есть была такая договоренность уже, в принципе, это все-таки ехать поближе, чем в эту самую Воронежскую область. Но, опять-таки, не сложилось. Почему? Ну, потому что его не приняли в контакте. Не приняли, соответственно. Потом уже, когда контакты у нее развились, и получилось семейная вот эта вот проблема. Ждем либо какой-то вариант. Да. То есть должно пройти какое-то время. В будущем, возможно. Да, возможно, мы приедем, там будем общаться с ее родней всей и убедим их в том, чтобы ну, на какое-то время ей под нашим контролем да, разрешили там походы в лес. Просто раньше, ну, конечно, можно сказать, что технологии шагнули вперед, инопланетные. Раньше импланты были вполне определяемыми медицинской техникой. Ну, Маш, я землян. Тебе скажу одно. Еще ни одного импланта в космопоиске нет. И это уже убедительные, но импланты, может быть, и нет, но попытки, нет, попытки вопроса, их извлекать если были. Их вообще они попытки их извлекать они были, конкретно у Вадима, когда человек дважды впадал в кому при этом, вот, или там у него что-то с сердцем становилось плохо. То есть его реально потом откачивали с дефибриллятором. Но и эти вот необычные какие-то ну, фрагменты, они были видны на рентгене. То есть, я ну, понимаю, тут хотя ты знаешь, бы... сколько у меня снимков с рентгенами, да, где какие-то фрагменты. Ну, а где нет ничего, это как бы сразу проблема выглядит. В том, что еще не факт, что это именно инопланетная технология. Я просто, мой комментарий сводился просто к тому, что вы делаете скидку, что вы, возможно, ищете каких-то земных шутников, да мы и на... они к вам не... Маш, я же эту историю слышал от Вадима. Дима, не, да, о том, что эти технологии не сверху спустятся, они сидят в соседних все кустах, понятно. Которых ну, вот ну, вы тут нет. Засаду устроили, они на другом конце мы поля. Мы все учитываем, мы это просто операторы. В данном случае мы могли провести съемку. Мы учитываем, как и оператор нету, то есть полтергейса. Нет, дело в том, что мы можем провести съемку, мы можем провести съемку на расстоянии нескольких километров при Володиной технике, да? Нам совсем не обязательно туда являться. Если это звезда, звездообразный объект какой-то в небе появляется, над хотя бы приблизительным местом, где она там могла быть, это уже было бы каким-то подтверждением какой-то реальности ее рассказа. Ну, то есть у нас задача была такая – снять нечто физическое, а не исследовать глубинные ментальные ее там все приключения. Тем более дураку понятно, что вообще вся эта история шита белыми нитками. За каким рожном, спрашивается, инопланетянам, ну, условно, пришельцам, да, вообще кого-либо таскать по планетам и что-то показывать. В этом вообще нет никакого смысла. Ну, я не знаю, люди ловят в лесу ежиков, везут себе домой, нет, чтобы он там у них жил, потом надоело, они его выкинули обратно, ну, как бы... Еще с 90-х годов было определенный порядок значит, при контакте. Это нужно было представить свою планету, то есть высказать какие-то определенные, то есть, короче, определенный строй. И у многих контактеров это повторялось. Ну, как Киркетон говорил, смысл вот этих контактов, он говорил, что у них как бы на... Они испытывают от этого очень огромное наслаждение, когда ну, показывают людям или обучают, то есть, ну, развитие. Это то есть, уже что-то патология какая-то. Ну, возможно, да? Нет. Я имею в виду, почему мы говорим получать сейчас, удовлетворение сейчас какой от того, смысл, что показывать кому-то что-то. И должны представиться, назвать свою планету и так далее. То есть свои все данные представить. Ну, это повторялось. Это повторялось. Мы да, сейчас опустим всю контактерскую вот эту составляющую, потому что в данном случае она не важна совсем. То есть начинка вот этого случая, она не важна, потому что она сама
не уверена в этой информации, выделили, которую ей дают. Выделили 400, ну, то есть... Она 4... уверена, что ее обманывают. То есть ну, она да. говорила о том, что она ловила на лжи даже эту же Киркитову. Да, нет, лжи очень много на самом да. деле. То есть никто не собирается верить во все это, что там говорят. Ну, очень много. Ну, это то, что Вадим описывал в этом отчете. Нас это не интересует. Да, это да, сторона схема, монеты, ну, нас не интересует. Опять же, выделили 4, ну, как сказать, как объяснить-то, ну, и как эти контакты, ну, допустим, это инопланетяне, да, это может быть плазмоидная форма жизни, да, соответственно, которая представляется, это могут быть люди, да, соответственно, и это оператор полтернета, так называемый, да, вот смотри, полтергейс, на протяжении 13 лет ходить в лес, это каково, ну, возможно, по вечерам, да, может, два раза в неделю. Слушайте, а мы сейчас это где же, с вами? Ну, это не два раза в неделю, это раз в это второй день, мы здесь сидим, извините. Я к тому речь веду, что на самом деле, действительно, это все очень... непонятно, и была попытка просто разобраться во всем вот в этом случае. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо. Вот такой вопрос-то про Емельянова-то вначале. Да. Засекли вы что-то с ним или нет? Мы нет, где его? Здесь ну, мы же... Да это мы не ездили. Так и не выехали. Мы же не выехали, конечно. Она перенесла место встречи, в смысле. Вот, понятно.